Отремонтированный в сентябре мост на Терешковой буквально начал разваливаться. Внушительные куски цемента лежат прямо на дорогах. А ведь это уже не первый случай. Оренбуржцы боятся, что камнепадом заденет кого-то из автомобилистов или прохожих. В июле 2021 года начались ремонтные работы на путепроводе по улице Терешковой через Шевченко. К сентябрю подрядчик компании «Ремстрой» закончил работу деформационных швов, восстановление торцов балок, бетонных и защитных слоев дорожного покрытия. Однако уже в ноябре жители начали жаловаться на новообразовавшиеся поперечные трещины на месте отремонтированных швов. В течение недели неполадки были устранены. Не прошло и месяца, как появилась новая проблема. Теперь местные жалуются на падающие с путепровода куски бетона. Грохот был, как из ружья выстрелили. Вот. Обратили внимание то, что большие куски валяются. Обращались, но вот в администрацию города звонили. То есть пока что никаких... Пока реакции нет, да, никакой. То есть даже никаких ограждений, ничего не сделали? Ничего, да. Но с моста полностью сыпется со всего, поэтому, я не знаю, весь мост не огородишь. Какая-то происходит тряска, либо там проезжает какая-то большая техника, обязательно сыпется с моста. Администрация Оренбурга обещала в скором времени прокомментировать ситуацию с путепроводом. Что собираются сделать с мостом и в какие сроки, мы расскажем в следующих выпусках новостей. София Севастьянова, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ.